В открытом показе, как всегда, отличный фильм для ценителей кино. Впервые на телевизионном экране. «Скольжение» от режиссера Антона Розенберга. У комитетских есть информатор. И он точно среди вас. Госнаркоконтроль накрыл большую партию героина. Только вот незадача. Преступники находились под их крышей. Еще один фильм, бьющий в болевую точку нашего времени, стал участником основного конкурса Московского международного фестиваля 2013 года. Либо ты, либо тебя. Господи, Боже. Жесткое, правдивое, напряженное кино. Премьера «Скольжение». Смотрите на ТНТ в ближайшую пятницу в час ночи.